Всем привет, с вами Блитшер, и мы продолжаем играть в DayZ на карте Намальск. Я вышел недалеко от Лубянска, он база, там где казармы были, там кто-то сейчас есть, потому что зомби появились. И они точно не от меня. В кустах там никого. Он нигер ходит, так на черном фоне, блин, выделяется. Ну что ж, посмотрим, кто там есть. Так, ну пока никого вообще не видно. Странно, странно. Так. Мы уже возле позиции, сейчас будем смотреть, есть ли кто. Ой, чуть-чуть пробежал. Ну ладно. Так, покемперим чуть-чуть. Я надеюсь, от меня зомби появились. Вон, кстати, Лубянск там чуть-чуть видно. Зомби там вроде не было. Да, похоже, это будет долго. Вон еще зомби вдалеке. Ну, чувак, давай выходи уже. О, какой молодец. Бандит. Давай. Блин. Чуть-чуть промазал. Иди в жопу. Блин, надеюсь, он никуда не убежал. Нет, не убежал, он дебил. Ну ладно, нам это на руку. О, чувак, ты влип. Какого фига зомби выходит? Он чё вышел из игры? Или нет? Нет, тогда бы зомби пропали. Ага, он куда-то в сторонку ушел. Опа, там что-то зомби начали ходить. Ползает, блин, в текстуре.
сорился. Так. Что за звуки? Ну, чувак, ты где, блин? FPS проседает. Ну, чувак, показывайся. Ох, надо же было так промазать. Твою мать. Беги, придурок. Все. Так, только где чувак, мне интересно. Может, в Лубянск побежал? Куда согрелись? За кем это они бегут? Так, надо бы обратно в елке запрятаться. Попал. Так, ну хоть раз же должен был попасть. О, кто-то очередь дает в ответ. Ну где ты, блин? А, где-то там лежит. О, неужели я ему ноги сломал? На, попал. На, еще раз. Все, убил чувака. Ну ладно, пойдем полутаем. Я надеюсь, он был сам.
Так, где же труп? Где-то тут. Да, он. Или нет? Это на кого? На меня? Тут мухи летают. Только что-то труп не видно. А вот убитые зомби. Не, это мой. Вот релогер сраный, блин, под землю ушел. Ну что тебе надо? Все, зарплаты нету. Иди гуляй. Ой, блин, не то. Так, ладно. Лучше пойдем отсюда уже. Ладно, пойдем-ка мы сейчас в Лубянск. Наведаемся. Вдруг там что-то есть. Так, вышечка, посмотрим, что там. Блин, какой ПДВ... О, капец. Да... Твою же мать. Ну... Ну, блин. Вот, подняться по лестнице. Вода, ну, в принципе, возьмем. Просто интересно, у меня хоть место есть? Да, есть. Идем теперь вниз и в Лубянск. Кстати, в Лубянск я всегда хожу возле воды. Там просто очень хорошая позиция. Сейчас я ее покажу. В принципе, оттуда удобно все рассмотреть. И вас не спалят. Зомби есть. Он упоротый зомби сидит. Ладно, поползаем чуть-чуть. Кемперы могут быть или там на синем здании на крыше на стройке, или блин, в вот этом кабинете на кране. Я пока нигде никого не вижу. Давай, чувак, вылазь, я показался. А не, он чувак. Красава. И чё, не умер? Или это бах? Это похоже бах.
Или их там двое. Ничего не пойму. Да, ну чуваки, конечно, вообще не палятся, красавы. Жаль, что им это ничего не сделает, если я выстрелю. Да, очень жаль. Такой шанс. Ну давай, вылезь. Чувак, ну давай, совсем чуть-чуть осталось. Спалил? Интересно. Нет, похоже. Или да. Да. Спалили меня. Ну что ж, поменяем сейчас позицию и убьем. Я надеюсь, это будет не наоборот. Кто стрелял? Ну, а он. Так, да, кто-то мне в зад может зайти. Да, это нехорошо. Успел. О, как чувак спалился. Ну, вылезь. Мне похоже какая-то снайперка по виду. Так, где тут чувак? Что сзади там стрелял? Ну блин, как? На, попал в руку.
Еще раз в одного. На, ну, они что, бессмертные, блин? Не, кровь течет. А вон там чувак. Ну, чувак, давай еще раз. Ну, он-то меня видит. Ну, надо бы поменять место. Теперь обратно на нашу позицию. Сейчас дышишь, чувак. Ну, хоть не выходит из игры. Не релогер. Это хорошо. Попробуем проверить. Ну, давай. Влазь, кто хочет. Там, походу, чувак. Что-то текстуры там лагают. Что это за хрень? Откуда он вылез? Ничего не понял. Да, чувак-то. Ну давай. Куда он пропал?
Ух, капец, как долго. Ну, чувак, высунься. Тебе ж полегчает. Интересно, им там не скучно, блин, в кабинке-то сидеть-то? У меня-то хоть весь Намальск за спиной, а у них одна кабинка. Блин, жаль, что ничего такого нету, чтобы туда пробить эту фигню. Давай, чувак, власть, умирай, блин, запарил. Он спиннер. Что тут ходило, такие звуки? Ох, долго пуля летит, блин. Друзья, это просто что-то, блин. Такие два дебила, они вдвоем, а я один. Чувак, давай еще раз выйди. Так, ладно, в обойме еще 24 патрона сидим. Ну, чуваки, давай, давай, давай. Кстати, это у меня уже не первый случай, блин, там вечно кто-то забивается. О, пуля в бок улетела. Все, убил его. Ну, наконец-то. Так там, я помню, еще и второй был. Ну, ладно. Пока что мы закончим нашу серию, а то она и так уже долго получилась. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на видео, если вам... Подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Всем пока.